Узнаешь меня? В последний раз мы виделись, когда ты была чуть выше этой ракетки. Когда ты уйдешь? Почему ты решила, что я уйду? Тебе тут делать нечего. Участник программы «Форум» 67-го Берлинского кинофестиваля. Я просто хочу немного побыть с ней. Ты не можешь ее от меня прятать. Мы так не договаривались, я изменилась. Тебе дали шанс, не проворонь его. Спасибо, мама. Надеюсь, тебе можно доверять. Снова! Я только выиграла турнир юниоров. Я не знала. Она думает, что ты играешь в группе. И вечно на гастролях. Значит, я как Риана? Типа того. Рок-звезда? Ты же знаешь, я ушла не из-за тебя. Что она тебе говорила об отце? Что я не знаю, кто он? Проникновенно и прекрасно сыграно. Изысканно и трогательно. Высшая степень актерского мастерства. Кто был тот дядька? Если ревнуешь, значит, хоть немного любишь меня. Я писала ей 10 лет. Да, и 10 лет ее растила я. Лолита Шама. Тамис Повель. Ты так рвешься домой из-за бабушки? Изабель Юпер. Ты этого хочешь? Раз, два, три. Две матери, две дочери. Фильм Лауры Шредер. В кино с 29 марта.